как красиво. Так, чтобы в багажник залезть, посмотреть. Ну. В районе стационарного поста ДПС, расположенного при въезде в город Благовещенск, сотрудники ГИБДД задержали мужчину с тремя мешками наркотического средства. Подозрительного гражданина полицейские заметили рано утром, когда тот перекидывал через леерное ограждение мешки. Увидев стражи порядка, мужчина попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД задержали его. В ходе осмотра места происшествия они обнаружили три мешка с растительной массой зеленого цвета. Проведенное исследование показало, что изъято является марихуаной весом около 14 килограммов. Установлено, что задержанный является жителем Благовещенска. В отношении 28-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное хранение и изготовление наркотических средств, совершенные в крупном размере. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.